меня много газонов. Три главных правила газонов, у кого они есть. Стрижка, полив, минеральное удобрение. Я, к сожалению, не купила аэратор, как хотела, поберегла денежки. Поэтому буду готовить газоны к летнему сезону дедовским способом. Вот вилы будем протыкать. Минеральное удобрение. Посадить кусты малины. Для этого я вырыла специально уже готовые ямки. Песок. Обязательно у меня трава осталась. Говорят, это нужно для того, чтобы проходил воздух и все остальное. Чернозем. Это удобрение древесная зола перемешанная. У меня земля очень хорошая, поэтому все растет как на дрожжах. Ну и, соответственно, надо полить. Мульчирую. Это для того, чтобы оставалась влага. Вот, посадили малину.